дом летит. Короче, все, в городе катаклизмы. Пошел снег, смотрите. И он лежит. Никто его не трогает, только машины колесами его гоняют туда-сюда. Хавал первый раз видит такую погоду в жизни. Ну и я первый раз за рулем в такую погоду на данном автомобиле. Полный привод, кроссовер, муфта, 4 ВД и отлично справляются. Вот ездим по городу, там не заехали, потому что пробка, автомобили остановились, друг друга толкают. Мы развернулись, едем, ищем другой заезд, чтобы не было пробок. Пока никаких проблем не было. Что заметил, что на этом авто вот именно не боишься остановиться. Что зимой в основном в такую погоду боишься, ну как бы на любом авто. Ну и опять же, всему есть свой предел. Боишься остановиться, чтобы потом тронуться нормально. На этом авто, в общем-то, не боишься. Остановился, даже зафиксировался. Вот я специально делал, зафиксировался. Думаю, как же он, ну, почувствовать же его работу полного привода. И потом уже с места срываюсь, провоцирую его на пробуксовки, на все эти дела. Ну, идет достойно, идет, конечно. Все работает адекватно и очень классно. Теперь начинаешь понимать, что такое полный привод. Ну, то есть, это для меня не новинка. Примерно так за рулем я себя в такую погоду уверенно чувствовал на Ниве. Но Нива — это автомобиль, ну, знаете, какого класса и какого класса сейчас вот современный автомобиль. Тут плюс ко всей этой уверенности еще добавляется и комфорт. Никаких рычагов, ничего ты не дергаешь. Газ, руль, можно сказать, автомобиль для ленивых. Ты едешь, он сам тебе подбирает скорость. Как вариант, можешь режим выбрать. Но смотрите, даже в такой снег я езжу на стандарте. Снежная каша, отлично все. Что еще заметил, заднюю часть не носит. Вот, ну, поковровая ситуация, все, наверное, сталкивались с таким. Едешь и на скорости по каше машину таскает. Этот автомобиль не таскает. Он, мужик, показывает, спасибо. Ну, думает, что мы не тронемся, а мы-то трогаемся. Вообще уверенно еще и набираем хорошо. Можно разгон до 100 замерять. Идет отлично. Вот. И стабилизируется классно машина на дороге, на такой вот каше. Когда сопротивление, прямо снег такой вязкий. Пока все классно. Да, нюансы погоды. Кто-то летел, а кто-то думал, успею. Город не чищенный, техники нету. Просто и не надо ехать никуда в горы искать снежную погоду. Не вот. Успевают чистить. Не успевают чистить, потому что нечем. Но такое бывает. Интересно, парковка здесь почищена. Хотелось бы по целине попробовать. Не, не почищено. Сейчас мы как раз все для нас и сделали. По целине попробуем, как хавал идет. Ну, сомнений нету, потому что я знаю, что пока он не сядет на пузо, он будет идти. Главное, чтобы колеса чувствовали зацеп, и тогда он будет идти. Вот та ситуация, где даже парковка не почищена. Но я чувствую, что на переднем уже были бы проблемы. Кстати, и лопату не взяли. Хотел я взять лопатку маленькую. А, то это же эпицентр. Мы можем даже купить еще одну лопату на колесах. Да. Так, где ж целина? Где целина? Ну, тут уже вот-вот-вот начинается. Отлично. Отличненько. Все залеплено, все красиво и не видно, куда ехать. Но камеры, смотрите, очень достойно. Тут, конечно, без них вообще никуда.
все видишь. Хотя окна, ну, полностью залеплены, глухие. Ничего ж не видно. Ну и вот тот случай, когда едешь, не зная куда, и выйдешь ли оттуда. Конечно, не выйдешь. Конечно, не выйдешь, потому что просто там остановился человек. Так, опять же камеры использую. Нифига не вижу, но надеюсь, что никуда не запрусь. Вслепую. Ну, это мы едем по, можно сказать, по неубранному участку. Вообще, вот он садится, чувствую, остановил он, раз и сел. Газу даешь, тронулся, поехал. Вообще, как без проблем. Так, теперь только одна проблема. Главное, чтобы дороги были свободные, потому что много людей позасаживалось, таскают друг друга, короче. Того, чего и боялись, сидят, фура раскорячилась. А мы, ну вот, отлично, отлично, только радует. Как тебе, ты увидела, что машина может? Да, машина умничка. Вообще ситуация на дороге, конечно, ужасная. Очень много ситуаций видно. Машины буксуют, стоят. Так, если что, сзади гремит ящик железный, я купил для автоматов в багажнике, если слышите звук, чтобы не думали, что... Это не машина распадается. Очень уверенно. Вот по сравнению с прошлым, очень уверенно чувствуешь себя на дороге, на этом автомобиле. Я же говорю, я сравниваю, как я на Ниве, на УАЗе в такую погоду выезжаешь и понимаешь, что у тебя есть уверенность того, что ты проедешь. Ну, в адекватных местах, где эта машина может проехать. Где на переднем приводе ты точно не проедешь. Без помощи другого кого-нибудь или без помощи лопаты. Это в натуре придает уверенность. Троллейбус как-то оказался вообще сбоку где-то. Ой-ой-ой, и там капец еще. Еще куть, ой-ой-ой, там страшное месиво. Вроде бы и смотрите, что... Как тут ехать быстро? Вот такие случаи бывают, поэтому лучше ехать и сидеть дома. Добираемся домой. Ну и что в итоге могу сказать, что Хаваловский полный привод работает отлично. Не знаю, как на других автомобилях кроссоверного типа вот полный привод, но на этом, ну, четко работает. Передается момент на заднюю ось вовремя. Для вас незаметно, для автомобиля все вовремя происходит, не успевает он закопаться перед ком, помогает ему тут же задок. Там буквально доли секунды, может, секунда дела, и задний мост уже подключается. Очень, кстати, кнопка вот здесь, в этом месте, на блочке кнопок стабилизации включения-выключения. Хотите подрифтить, вот как я делал это, то есть двигатель, чтобы не, система двигатель не задавливала, то можете отключить стабилизацию, высветится у вас предупреждение, что аккуратно, внимание, и вы уже управляете автомобилем, система двигатель не душит. Развивает он обороты, набирает. Со включенной системой стабилизации вы заметите, что вы газ даете, а автомобиль, система сама решает, какую подачу газа сделать. Это все именно в этой системе, это все работает. Работает адекватно. То есть где-то застряли, нужны вам обороты двигателя, выключили стабилизацию и газ в пол. Нужно, чтобы адекватно доверяете системе, включаете стабилизацию, система ведет вас. Варианты всевозможные, и это я не пробовал еще ни один из вариантов. Снег, грязь, потому что, ну, как бы пока и нет смысла. В такую непогоду эти режимы и не нужны. Выпадет больше еще, обязательно выйду, самому интересно, как работает режим снег. Как буду я себя чувствовать при этом режиме? Как будет себя вести автомобиль, точнее? На сегодня все. Доезжаем уже домой.
Всем удачи, с наступающими, хорошей погоды, зимы, настроения. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, все ссылки в описании к видео. Мы стартуем.